Я Ольга Зиновьева, основатель сервиса для быстрой и удобной готовки дома «Элементари». Невероятный 2020 год подходит к концу. Однако, самое интересное для отрасли еды только начинается. Именно 2021 год покажет, кто из игроков рынка смог не только адаптироваться, но и использовать для себя с выгодой новую реальность с коронавирусом, падением экономики и возросшей безработицей. Именно в 2021 году мы узнаем, как сделать так, чтобы в этих условиях сделать клиентам удобнее, быстрее, больше заботы, лучший сервис. Об этом и многом другом поговорим на мероприятии X5 Tech Future Night 10 декабря. Регистрируйтесь на сайте и смотрите онлайн.